Нет никакого оправдания наличия этой песни в нашем репертуаре. Вообще не будет. Я ее пытался подарить кому-нибудь, никто не берет. Я продаю. Саси, могу продать песню? Ну да, никто больше. Уже же я как нищеброд буду вас просить денег. Друзья. Вы скажите, сколько это денег? Я скажу, нет, мало. Песня без цены. 300 чего? Условных единиц, даже Доминик Джокер свои песни за эти деньги не продает. Марк, не пишешь вам. Поэтому, как бы, вот история такая. Что-что? Ничего не слышу. В кредит песня. Кстати, песня БУ предупреждена. Это, кстати, важная штука. Что? Ну, я понял, друзья. Если будет серьезное предложение, мы его рассмотрим. Но на самом деле я реально могу продать эту песню нахер, и он как бы не играть не будет. Причем публично продать. Знаете, все делают это из-под полы. Он такой типа музыкант, а сам песни пишет говёным артистом. Подачи как бы нормально и не петь. А могу еще жить, как Олег Газманов, да, продать песню и сам петь. Я недавно обнаружил, ведь песню единственная моя, они поют вместе, ну, в смысле, порознь, но вместе. И Киркоров, и Газманов, это вот бизнес у человека. Да, а ты будешь машину. Ой, там. А, да, вот. Да, кстати, у нас за сценой находится... Мишаня, помаши людям ручку? Подай знак. Даже не о чем говорить. Да, он человек, исполняющий обязанности. Так, друзья, следующая песня жаркая, горячая и вообще... Название этой песни... Я, кстати, не знаю, я даже не попал ни в какие рекорды, но название состоит из двух букв при этом. Вот, друзья, мы рассчитываем на вашу мощную поддержку в процессе исполнения этой песни, друзья. Thank you.
вежливо попросил не курить во время концерта. Это не шутка. У нас аллергия, и концерт закончится раньше, и все эти люди, стоящие в зале, дадут тебе звездюлей. Ну, как бы, юмор, друзья. Даже так мало потерпеть. Вот. Газета «Жизнь» строчит заметку. Да, за звездюлей. Был ли он на свадьбе, сообщаю. Кстати. Нет. Издание Life News и вот эти, как там, «Жизнь». Мы, в принципе, от них об этом узнали. Но потому что они начали нам звонить и сказать, это правда? Мы сейчас там? Вы там? То есть я думал, что-то случилось. И рухнул. То есть все, вы там где-то. Да. Ну, мы желаем всего хорошего всем всегда. И следующая песня так и называется. Она называется «Вася, думай о хорошем». Сделался куда-то.